В этом году в праздновании дня рождения Ренийского района приняли участие и братья наши меньшие. Это наша Ева, наша вторая кошка. Это чистокровная шотландская прямоухая. Очень вредная, очень вредная. Характер прям как и у хозяйки. 2 года назад в мою жизнь вошли собаки французские бульдоги. Я безмерно счастлива. Самые лучшие собаки, компаньоны, друзья, милахи. Это просто мои дети. Я их люблю. Мы выставили работы маленьких детей, не взрослых, а детей от 7 до 10 лет. Обычно мы выставляли работы старших, а здесь, чтобы посмотрели, работы маленьких. Не только наша детская школа искусств, нам прислали работы с Болгарии, с Варны. Очень интересные тоже работы. И хочу сказать, что те улучшения, которые мы видим последние годы, это наша с вами заслуга. Мы прагнем змін, змін єднай серця. Мы прагнем змін, їх час добігає кінця. Наша віра і розум нас у майбутнє ведуть. Прахнемо змін, і зміни прийдуть.